утро. Время 4 утра. Мы уже полчаса идем. Рассвело уже. Вот Цимлянское водохранилище. Вот там сзади Рычковский мост остался. Мы уже вышли на основной фарватер из Калача-на-Дону. Скорость 53. Глубина 8,1. Видимость идеальная. На раскатах, когда поворачиваем правым бортом к ветру, начинает, конечно, колбасить. Вода на палубу брызгает. Но в целом все в порядке. Давление, температура, масло. Полный бак. Сейчас никуда ты пойдешь. Наружу пока не ходим. Рубен по хозяйству. Филиппинская кухня. Вон там струя воды за бортом. Скорость, конечно, огромная. 40 тонн толкаем через воду. Где-то там красный, ну вот он, красный. Идем по фарватеру, все в порядке. Проходим балку Крутая. Вот она, крутая балка. Но тут крутые донские берега, такие красивые. Воды у нас полные баки, дизеля полные баки. И еще канистры вот там на корме на долине стоят. Поселок Рычковский. Поселок Рычковский, Рычковский одноименный мост. Все, всем привет. Подписывайтесь на наш канал. Жмите лайк и нажимайте на кнопку подписаться на уведомления.